Лазычев на Радила делает передачу. Радил вылезает от прицела борта на ближнюю штангу, но совсем не вот так просто. Вот хороший пас, Дима отдал. Окарев и Банников. Просто вот идеально паузу делал спартаковский нападающий, который его пикал, но не хотел там цеплять, боялся удаления будет. И вот просто вложил. Сейчас повтор, если будет, посмотрим. Денис, вот видим, не так хороша. Ну и Ванников. Иванников тут свою команду, ну, как минимум, выручил, если не спас, честно говоря. Это вопрос, опять же, о качестве момента. Радил выкатился на ближнюю штангу, ну, так ткнул шайбу, чуть-чуть, Еременко. И вот в этой...